начали дарить солнечное настроение их ежедневная работа. Не зная выходных и праздников, круглый год они трудятся на радость жителей Ленинского района. Ведь благодаря им и создаются эти самые праздники. Культработники – особенный, глубоко творческий слой населения. Это актеры, музыканты, писатели, режиссеры, сценаристы. Список творческих профессий можно продолжать долго. Порой мы даже не догадываемся, сколько людей стоит за тем или иным мероприятием. Мне очень нравится, что из года в год все большее количество наших замечательных дворцов Ленинского района принимает непосредственное участие во всех праздничных мероприятиях. А это самое главное для любого артиста, для любого творческого человека. И мне хотелось бы в первую очередь пожелать, чтобы никто из них не останавливался на том этапе, на котором они находятся сейчас. Свой же профессиональный праздник работники культуры Ленинского района давно уже не отмечают в срок. Он как раз выпадает на череду весенних мероприятий и детских каникул. Время, чтобы единомышленникам собраться вместе, традиционно появляется только в апреле. Сегодня в зале самые преданные ремеслу жители муниципалитета. За добросовестный труд их чествует глава района Олег Хромов. Почетные грамоты и цветы – это не единственные подарки, которые достались гостям. Сотрудники телеканала «Видное ТВ» провели для коллег по цеху викторину и разыграли ценные призы. Все вопросы, разумеется, были связаны с искусством. Кто отгадает фильм «Мы из будущего», получит суперприз. Культура – это, пожалуй, то единственное, что является мощным объединяющим началом для нашего народа. В последние годы большой вклад в развитие культурной жизни муниципалитета вносит молодежь. Представители молодежных объединений помогают опытным культработникам, а порой и самостоятельно организовывают различные концерты. Некоторые подростки решаются связать судьбу с искусством и выбирают соответствующие вузы. Я учусь на режиссера массовых мероприятий, и поэтому я набираюсь таким образом опыта. За нами, собственно говоря, будущее района. А пока молодежь только набирается опыта, культработники со стажем, те, кто проработал в этой сфере не один десяток лет и знает профессию от А до Я, просто наслаждаются своим днем и говорят друг другу теплые слова. Работники культуры – это действительно и моя жизнь в том числе, поэтому хочу пожелать всем, конечно же, творческих успехов, конечно же, креативного мышления и благополучия и здоровья. Работа в праздник для творческих людей не наказание, потому что их работа и есть праздник. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».